В связи с внеплановыми гриппозными каникулами младшеклассников, а также закрытием на карантин 8 школ области, весенние каникулы у части школьников могут быть сокращены. Возможно, на один или несколько дней придется уйти позже и на летние каникулы, чтобы не отстать от учебной программы. Каждая школа самостоятельно примет решение. Каждый директор, у него вся администрация продумывает все часы учебного плана, всю нагрузку на обучающихся, потому что все равно не может превысить нагрузка требования, которые предъявляются с точки зрения санитарных норм и правил. Поэтому здесь будут задействованы, возможно, и дни каникул по 1-2 дня, майские дни, когда у нас в конце учебного года некоторые классы уходят там, с 25-го, с 27-го числа, может, там на 1-2 дня они побольше позанимаются. Учебный план школами будет выполнен.